Всем привет! Вы находитесь на канале Old Dutchman. С вами я, Владимир Казарчук. И сегодня я попытаюсь продолжить тему теории плоской Земли. После моего первого видеовыпуска на канале у меня под этим видео появились различные комментарии. Даже один товарищ предложил схлестнуться с ним в споре о плоской Земле или круглой Земле. Но мы согласились с ним поспорить, он куда-то пропал, потому что я ему задал один простой вопрос. Я в видео у себя озвучил мысль, а скажи мне, что находится с другой стороны этого плоского диска? И задал этот вопрос этому человеку. Он пропал, и до сих пор его у меня на канале нет. Были другие, которые просто-напросто ушли вместе с их комментариями в бан. Комментарии содержали в себе нецензурную лексику. И они остались в спаме. Ну да бог с ними. Я что хотел сказать именно по этой тематике. Люди считают, что им разрешили открыто говорить о том, что они думают об вот этой плоской земле и так далее. Типа свобода слова. Да нет. Facebook — это такая платформа, на которой такие, как вот эти вот плоскоземельцы или еще кто-то, могут выражать свое мнение, а над ними просто другие смеются. Смеются и делают выводы, что их лучше сторониться. В этой же группе на Фейсбуке, там где товарищи утверждают, что доказательства плоской Земли являются вам чуть ли не каждый день, в любом месте, в любом городе, в любой стране, одна дама написала целую теорию, развела вот такую вот, почему Земля плоская. Доказывая тем, что вода в океанах, морях и реках находится вровень с берегами. То есть вода не собирается в шар. Эта дама объясняла это тем, что если бы Земля была круглая, то вода стекала бы с этой Земли куда-то в бездну. И я так подумал, дама, наверное, в школе вообще ничем не занималась, кроме как накачивать свои губы каким-то коллагеном, силиконом или еще что-то и красить свои ресницы, чтобы они были большими и хлопающими. Это так вот мягко выражаясь. Все эти жертвы единого госэкзамена, придуманного в первую очередь в Российской Федерации, сегодня показывают свой уровень интеллекта. К ним же можно отнести и такую... Для чего они это делают? Сейчас я вам скажу. Один маленький пример. К этим товарищам можно отнести, в Германии, кстати, есть тоже такие идиоты, не только в Германии, в Америке, во всех странах есть, которые верят, что Земля, блин, плоская, плоская, блин, Земля. Одно время у нас тут в Германии весь интернет, особенно ТикТок, пестрил видео одной молодой особы, называвшей себя милитаризованной вегандой. Она приходила специально на все вот эти тусовки, на гриль-тусовки, на шашлыки, становилась напротив этого дыма и кричала о том, что люди убивают животных, люди едят смерть и так далее, что лучше жить, поедать траву, поедать злаки, это намного полезнее для организма. Я не спорю, сбалансированное питание никогда не вредило организму. Если есть только мясо или есть только растительную пищу, то в какой-то момент времени, на каком-то этапе вашей жизни, вы поймете, что ваш организм начинает давать сбои. Так вот, что стало с этой милитаризованной веганкой? Девушку просто-напросто застукали, как она в гамбургерной, ну вот в этом Бургер Кинге, жрет бургеры, именно жрет. Ее просто застукали, ее сфотографировали, сделали видео. И эти бургеры оказались совсем не веганскими, а обычными, нормальными, с говяжьими котлетами. Что стало с ней сейчас? Она набила себе на ТикТоке очень много подписчиков, она набила миллионы просмотров. Она зарабатывает сейчас на этом ТикТоке тем, что демонстрирует свою задницу в различных бикини и купальниках. Как говорили раньше, 5 минут позора, обеспеченная старость. Она сейчас загребает хорошие деньги и уже в это милитаризированное веганство не возвращается. Наверное, поняла девушка, что жрать один лук и порей, и сельдерей далеко на этом не уедешь. Так вот, точно так же и эти плоскоземельцы. Они, наверное, хотят, чтобы на них обратили внимание. Да, на вас обращают внимание, но, увы, как на клоунов в цирке.
те хоть получают деньги за то, что корчат рожи и строят из себя черт знает что на арене цирка. А вы-то, елки-палки, вы взрослые люди, вы чему будете учить своих детей? Тому, что земля плоская, тому, что вода в реках, озерах и морях находится вровень с берегом только из-за того, что земля плоская? Если бы земля была круглая, то и вода бы с этой земли куда-то стекла. Вы вообще соображаете, что вы говорите? Вы вообще понимаете, что такая вот теория идиотская, она идет вровень со средними веками, с вот этой вот святой инквизицией, с этими идиотскими, как их там называли, монахами, аббатами и так далее, которые были точно так же недалеко интеллектуально развиты, как и вы сами. Объясните мне тогда одну простую вещь. Если земля плоская, возьмем, к примеру, диск, на нем все материки. Если земля плоская, то почему? Если солнце светит над Европой, в Америке темно. Объясните мне. Если лучи солнца достигают абсолютно всех точек Земли, значит и в Америке тоже должно быть светло, значит в Америке тоже должен быть день. А нет. Солнце, если следовать вашей теории, поднимаясь вверх, должно освещать абсолютно всю Землю, абсолютно все материки. Но этого почему-то не происходит. Попытайтесь мне это объяснить, ребятки. Попытайтесь объяснить. И впредь, если вы вдруг соберетесь спорить с таким вот недалеко развитым человеком, как я, по поводу плоской Земли или квадратной Земли, или еще какой Земли, почитайте хотя бы хоть какую-то литературу, или географию, или там, скажем, ну я не знаю, там, биологию, например. Кстати, в учебнике по биологии тоже очень много доказательств того, что Земля круглая. В биологии, не только в географии. В общем, делайте выводы, господа. Подписывайтесь на этот канал, делитесь видео с друзьями. Прежде чем начинать кричать, а готов ли ты поспорить с плоскоземельщиком по поводу плоской Земли или круглой Земли, соберите сначала какую-то информацию, которая сможет доказать обратное от противного. И потом мы с вами поговорим. Всем удачи! С вами был я, Владимир Казарчук, автор канала Old Dutchman. И все-таки она вертится.